Международная конференция «Созвучие великих» прошла в Алма-Аты. Ее посвятили 150-летию со дня рождения народного учителя Ахмета Байтурсынова и 125-летию писателя Мухтара Уэзова. Во время мероприятия презентовали книги, выпущенные Международной тюркской академией в честь юбилея двух выдающихся личностей. Одна из книг – монография Уэзова о знаменитом киргизском эпосе «Манас». Данное издание станет подспорьем для исследователей творчества казахского ученого. А в другой сборник «Ахмет Байтурсынулы и Алаш» вошли избранные статьи его современников, а также представителей последующих поколений. Кроме того, специально для конференции переиздали материалы первого съезда казахских ученых. Как известно, в этом съезде наряду с алашардинцами активно участвовал и Ахмет Байтурсынов. Он высказал свое веское мнение. Его юбилей включен в календарь памятных дат ЮНЕСКО. Совместно с международными организациями мы будем проводить мероприятия в разных городах и странах.